Я чуть колени не сломал! Ты что? Вот! Да я сокло! Я сделал! Я сделал! Это что было? Киря, иди сюда! Что ты орёшь, блядь? Всем привет, друзья! Это третья часть влога с конечной целью стать чемпионом мира по воркауту. И сегодня, на самом деле, очень много планов на тренировку. А начну я, пожалуй, с вспоминания всех элементов, которые я умею, которые я выучил, потому что я очень давно их не делал. Потому что то одно, то другое, то третье, времени на это нет, а надо бы как бы его найти. Поэтому сейчас мы его найдем, все элементы восстановим, вспомним. Погнали! Начну я с внутреннего гейнера, который я очень давно не делал. Мне невероятно страшно сейчас будет. Но я с первого пытки отпущу руки. Одежде бросаю вызов, давай делай так же теперь. Ладно. Свет, чё? С луны не надо, я же не хочу. Бля, ладно, принимаю вызов. Блин, с луны давно хотел, но очень страшно. Давай есть потом повод. Я. С луны сразу давай. Да. Я просто не буду делать. А, ты же с луны делал, пошел в жопу. Я не делал, я тоже давай, Леха. Принимаю вызов от Лехи. Ты чё? О, ты чё, блядь, долбоёб. Ты чё, руки-то отпустил так? Да, рано отпустил очень. А оказалось, не рано? Он боится, да? Я не буду так рано руки отпускать. Да, пускай плотно, и буду дальше до них. Блядь, страшно. Ладно. Давай, давай. Окей. Окей. Давай. И пошел. Оп. Давай. Все, да, изи, сейчас. Только ты должен руки выпрямить. Я сейчас понял, что мне надо еще один егерь. Кого егерь? Ну, близко было достаточно. Блять. Я знаю, что буду. Ты с верхнего сделал? Да. Вот, кстати, мне тоже надо с верхнего сейчас сделать, но в верхнем у меня какая-то проблема, я почему-то не понимаю, как его делать, и у меня крутка останавливается, я падаю. Я единственный раз пробовал, единственный раз учил и много раз упал. Вот, а сейчас я не хочу падать, тут почему-то твердовато достаточно. Но с верхнего тоже надо побороть страх. Какой гром заказывать? Когда нас нету, ты на это внимание не обращаешь, мы приходим. У меня страшно. Это именно в этом месте. Борем страх. Вообще легко, вот сейчас я почувствовал. До этого учил, не получалось, вообще не чувствовал. Сейчас почувствовал, изи. Не, он далеко. Пацаны, а давайте челлендж с верхнего хвата сломаем. Это жестко. Я не буду делать. Я тоже не буду. Это получается, надо крутить быстро, да? Да, надо нормально, амплитуду. Но амплитуду. Вот смотрите, ставлю сотку на то, что Кирюха улетит далеко опять и на спину упадет. Если сделаю с первого раза лайк. Давай. Отойди. Я просто делаю пилотаж. Отойди. Убери руку. Я с первого раза не понял. Леха, у Лехи больше шансов было сделать. Давай, Леха. А камера Киря. Камера Леха. Ты чё? Давай, Леха! Ахуя! Что ты орёшь, блядь? Ни хера он столько вышел. Я сделал, я отвечаю. Что делай? Я только что выиграл сотку. Я только что выиграл сотку. Я поставил сотку на то, что ты отпустишь рано и улетишь. Потом жалуйтесь. Сотку? А кто тебе ее даст-то? Ставлю, блядь, сотку, что ты гей. Ты не сделаешь, да? Гад, блядь, ты. Ходите, не ходите по матам. Я сейчас закрываю. Ну, я могу. Дай. Ну, я могу, да. Но я не хочу. Что такое? Ага. Нихера! Тебе что выбрал, кстати? После Макса я. Давай, Леха! Хорош! Сука, ты! Руки стали, Леха!
пошел. Что сделаешь? Да я сокло. Чёртов! Не сын. Карантин. Кто-то считает убытки, а кто-то делает сверхприбыль. Компания Avalon Technology знает, куда инвестировать во время сложного периода. Причем за вас будет работать мощная команда из экономистов и представителей бизнеса. И вам нужно всего лишь, знаете, что сделать? Вам нужно зарегистрироваться по ссылке в описании, внести депозит от 100 рублей и наслаждаться прибылью в виде 1,3% в сутки. Лично я сейчас сделаю депозит. Вот какой я депозит делаю? Вот знаете какой? 13 тысяч рублей. Вот так беру. Бам. Все, готово. 1,3% в сутки на неделю. Сколько там выйдет-то? Посчитайте в комментариях. А вы переходите по ссылке в описании и зарабатывайте бабки. Я отпустился, потому что у меня тупо пальцы слетели. Я просто, мне не оставила шансов судьба. Понимаете, судьба даже помогает бороть страх. А, и кстати, да, хоть тут и мат, тут достаточно твердо. Я упал с 720, попробовал новую пытку. Я так упал. Я живот отбил, дыхал, чуть не задохнулся. Тебе вызов. Тебе это, давай, с луны вперед углом. С луны вперед углом, говорит, вызов. Следующий элемент – перелет углом. Давай, кто быстрее! Я сделал! Ты что, радуешь, что ты его стабильно делаешь уже 5 лет? Это что было? С такой ущербной техники перехвата на импровизации, на ходу придумав, затащил четко перехват горизонт и удержал его, не опустив ноги. За это точно лайк. Раз ты бились. Как тебя учил? Я помню, что это. А вот он его не умел. Почувствовал просто, видишь, лёд или нет? Ты чё? Схватил, блядь! Дай мне. Макс, смотри, идеальный ты заслал. Давай. Хороший, но не идеальный. А чё я тебе там не понравился? Пацаны сейчас в Инстаграм снимают. Вот, Инстаграм стабильный контент, подписывайтесь, там тоже очень мотивирующий. Давай. Вот, пошла съемка. Оцените в комментариях. Оцените в комментариях технику моего перелета углом от 1 до 10. Да, оно хочется чем-то прям качественно. Ну, вроде круто сделал. I'm feeling so hollow. Don't you know? А это только что я снял в Инстаграм. В Инстаграме, опять же, выложу уже сегодня. А этот видос выйдет через неделю-полторы. Смотри, черт. Киря! Да! Да! Неужели? Короче, в принципе, сделал все четко. Перед углом шикарный, по-моему, на 9 из 10 тянет точно. И сделал в комби с внутренним лаждением, с верхнего фото с луны. Это жестко, это сложно. Следующий элемент мортира. Тоже очень страшно. Я его только вот выучил, пару раз сделал. Сейчас будем восстанавливать и, думаю, будем уже стабильно делать.
Охватайся ты, а! Решил, короче, рискнуть жестко и с маленькой раскачки сделать. Окей. Не, ну тебе лайк за смелость. Это я тебе вызов бросаю. Какой вызов ты? Смотри. Я задолбался с моими вызовами. Давай потом. Сучу, на это шахнуть на тебя. Не хочу, я отвлекаться. Чё, лучше, что врезка на тебя. Плохо, достаточно, но техника мне самому не особо нравится, будем сейчас пытаться улучшать. О, давай, давай, бомба! Хорошо, динамично! Динамично! Красавчик! Все, братан, ссылочку заслужил. Ссылочку на инстаграм в описании оставлю. От легкого переходим к более сложному, это сделать то же самое с мортиры. Ой. То же самое с русских оборотов. Это же русские обороты. Назад когда. Ну, короче, вы поняли, с оборота назад сделать мортиру. Вот это будет реально страшно, надо сейчас сделать это. Просто, чтобы побороть страх, чтобы более стабильно, более уверенно делать. Хочу с первой попытки сделать. Это будет дико страшно, непривычно. Но надо с первой попытки. Короче, прошлая попытка была полная дерьмо, мне этого не нравится, но страх поборол — это самое главное, но меня не устраивает. Я потому что чешский оборот сделал очень коряво, раскачки нет, все херово, мортира дерьмо полное, мне не нравится это. Сейчас работаем над качеством. Блять! Браво, хорошая выпуска. Я делаю за ней. Ох ты, чурбан, не хорош. Хорош. О, научился. Да? Хорош. На самом деле, очень жестко устал. Три элемента такой затащил. Пока что мало, продолжаем. Казалось бы, делаю идеальный, охеренный, стабильный 360, а вот двойной сложно, попробую. Ну неплохо, но ноги вперед улетели. Охереть, Максим, получилось! Что получилось? Смотри, сейчас все раз сделаю. Ты чё? Нифига! Круто, да? Да, очень круто выглядит. Со второй? С первой попытки! Я попробую. Но не встал. Ну, не полейте за меня. Давай, давай. Четко, вообще. Надеюсь, не болели. Хорошо. Да-да. Сука. Я не сдамся, еще одного пусть. Тащи! Хорош! Хорош! Ты как это сделал?
Следующий элемент, давайте, какой? Что я еще не делал? А, залет двумя, дальше, туда, вот так вот, в нижний хват. И тогда, получается, комбо сделаем в гейнер внутренний. Будет страшно? Насрать. Поборемся. Он вставал, не будет. Я сейчас тебе на голову встану. Что надо сказать-то? В общем, следующий элемент не очень сложный, но и не легкий. Ой, комбинация. Сейчас покажу. Я тебе сказал, иди нахуй! Сейчас у нас небольшое соревнование с пацанами, вон, которые борются. И вот с ним. Кто быстрее сделает на ноги? Погнали. Про нифига, маленькая раскачка, ты че мутишь? Есть! Куда полетел-то? Ноги-то не вверх, надо прям выстрелом туда. Ну я выстрелил, блядь. Вот так... Да я понял, что я выстрелил. Я все запикаю. Ладно, погнали. Ну почти же. Это будет это превьюшка. Окей. Да, можно. Хотя, хотя можно вторую фотографию-то. Пизду. Теперь делать страшно. Блять, чуть колени не сломал. Я видел. Я понял. Это было опасно. Что такое, да? Почему? Плавать идем, нет? Да, контент немного доснять надо. Ну ладно, в принципе, там уже нормально, но. Контент там, блять, на тревогу. Пацаны, залет у меня еще не сделал, походу не сделаю. Потому что уже конец тренировки. Давай попробуем. Давай. Дальше первый. Пошел нахуй. В общем, последний элемент на сегодня, самый страшный, это залет двумя на подколени. Вот вы подумайте, сейчас изи сделаю, а вот не изи сделаю. Мне опять очень страшно, я его давно не делал. Ну как давно, дня 4 или 5. Вот, и сейчас еще я уставший, это добавляет страх. Но сейчас у нас будет заруба между пацанами за респект. Но мне опять кажется, что я проиграю. Но я постараюсь побросить страх раньше их. Погнали. Он сейчас первого пути сделает. Хватит так говорить! Давай, Гиря, если не сделаешь, то ты не оправдал наши ожидания. Обидно будет. Ты вообще монстр с маленькой раскачки. Пошел. Я второй? Да. Ласкин батл вообще просто, давай. Первый фраза, вы чё, пацаны, мне ж страшно. Ебал! Гиря, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Вы не понимаете, Кирюха сделал первые попытки, я только из-за него сделал. Кирюха, реально, братан, иди сюда, спасибо тебе. Я благодаря тебе быстро страх побывал. Вообще, да изи, братан. Братан. Нет, не падай. Давай, Леха. Давай с такой же, с таким же настроем. Леха, если ты не сделаешь, тебе пизда. Ты что, его убьешь? Всем респект, все красавцы. Вообще не страшно. О, блядь. Раз мы все затащили с первого раза, теперь за респект, чтоб не было ничьи, то первый комбо сделать ему реально. Давай, если я сделаю в первый раз, то ты мне ссылку отдай. Да я и так твою ссылку в инстаграм оставлю, ты же красавчик. Щит, сами видите, он очень быстро элементы учит, так что замотивируйте его подпиской. Реально, от себя, от всей души прошу. Подпишитесь на него, потому что он реально красавчик, борет страх. На 1000 подписчиков Леха расскажет вам историю, как он однажды пошел на день рождения к своему. Я расскажу, реально, я реально.
если будет тысяча подписчиков. Надо. А, Максон, если ты сейчас сделаешь, если ты сейчас сделаешь, просто я ставлю сотку, если ты сейчас первый раз сделаешь. Окей. Сотка, пацаны. Я тебе не сейчас отдам. Ты чё, сотка? Я постарался. Давай. Я вам отвечаю. На следующей тренировке будет опять очень страшно. Но я думаю, это должно быть хотя бы менее страшнее, и со временем вообще страх полностью пропадет. Ну а на это 1000 на этом мы заканчиваем. И сразу же вас попрошу впервые в жизни поставить колокольчик. И сразу же поставить лайк, написать комментарий, естественно. Если вы сейчас этого не сделали, то вот сейчас вот это сделайте, потому что это очень важно. Я стараюсь для вас, а вы можете меня отблагодарить своим лайком и комментарием. Самое главное, боритесь страх, не дайте ему вас победить. А мы после этой жаркой тренировки перемещаемся купаться. Всем пока. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine.